Не знаю, кстати, почему вход на матч свободный, можно было бы спокойно войти, как мяч вот в эти ворота Орехово-Зуевской команды, также могли бы и болельщики на стадион попасть абсолютно без каких-либо помех. И автором гола становится Дмитрий Курашев, человек, который появляется в стартовом составе, в отличие от прошлого матча. Сейчас неразбериха возникла у ворот Знамени. Не смогли выбить мяч. Какой-то такой несуразный отскок получился. Последним, кто мог бы помешать сейчас Курашеву, был Иван Красильщиков. Но вот мимо него как раз этот мяч пролетел. 1-0 «Спартак» забивает. Это концовка первого тайма.